Рустаму Миниханову сегодня вручили юбилейную медаль 20 лет Астане. Президент Татарстана поблагодарил за столь высокую награду и заверил, что и в будущем будет трудиться во благо развития взаимного сотрудничества между Россией и Казахстаном. Завтра в Казани короткий день. В связи с матчем между Бразилией и Бельгией мэрия рекомендует руководителям сократить рабочий график до 14:00. Распоряжение подписал мэр города Ильсур Метшин. Неймар присоединится к Месси и Роналду. Граффити-звезды мирового футбола появилась в Казани на одной из школ напротив отеля, где остановится сборная Бразилии. Напомним, это уже третье подобное изображение.